Итак, утро доброе, мои дорогие разведчики. На барометре у нас погода немножечко уходит к дождю, но это не страшно, и мы с вами начинаем тренировку дома. Итак, первым делом с утречка мы отправляемся с вами в ванную. В ванной мы умываемся, чистим зубы, делаем себе прикольную прическу и, соответственно, готовим себя к новому дню. Также вы можете постирать свои вещи сами сегодня, носки, например, и после чего отправиться сделать, попробовать самим сделать себе обед, завтрак, завтрак. Следующая тренировка пройдет у нас на кухне. Закаляться, кстати, вот не советую. По своему опыту скажу, что ни к чему хорошему пока это не приводит. Это целая система, к которой надо себя готовиться. Итак, вы пришли на кухню. Обычно мама вам уже что-то предлагает. Но я предлагаю вам сделать самим. Хотя бы для начала чаечек, да? Ну, уже простые блюда из яиц вы сможете сделать себе сами. Ну и после легкого завтрака, я всегда с утра много не ем, приберитесь со своими игрушками. Дальше вы можете начать интересную тренировку. Что, собственно, можно сделать? Во-первых, каждый день вы должны стрелять из чего угодно. У вас есть, например, нерф, у вас есть гидробол или что-то другое. Вы можете расставить солдатиков, да, кубики. И начать стрельбу по ним, да? То есть вот у вас, пожалуйста, план боевых действий. Машины расставили, колонна, минометом их накрыли или еще каким другим способом. То есть тренируйтесь, с тем, что у вас есть. Есть вот у вас на данный момент такие игрушки? Ну, замечательно, то есть расставляйте их, пожалуйста, обстреливайте с разной дистанции. То есть это, по сути, макет какой-то техники. Помимо стрельбы, подключайте к тренировкам родителей. Например, просите спрятать какие-то предметы, конверты или еще что-то. И за определенное время, которое вы сами себе засекаете, вы должны в каком-то помещении их найти. Находите быстро? Отлично. Выключаете свет, делаете то же самое с фонариком. Также я вам всем дарил противогазы. Соответственно, можно поработать с противогазами. По крайней мере, почистить их. Обработать спиртом. Потому что они требуют ухода. Так же, как и все ваше снаряжение. Вы можете его постирать, перебрать, почистить, посмотреть, в каком состоянии у вас посуда. То есть это все разложить, посчитать. Те, у кого есть пленка или какой-то укрывной материал, как вот у нас этот тент, соответственно, потом приступаем к тренировке по развертыванию укрытия. На крайняк вы можете взять обычное одеяло. Строй шалаш, как я тебя учил. Привязываем веревочки к трубе. В центр кладем одеяло, чтобы сидеть на нем. Рюкзак. На разной высоте делаем. Учимся натягивать тент для того, чтобы сделать самостоятельно укрытие. Причем, как бы вот в стесненных условиях, да, на какой-то ограниченной платформе. То есть, будь то это вот комната. Или, если в комнате не разрешают, а за это убить вообще надо родителей, делайте на балконе. Собственно, ну, к балкону мы еще вернемся. Вот, после того, как укрытие сделано, приступаем к занятию по медицине. По медицине делаем следующий расклад. Берем наши аптечки, которые у нас есть, Kings. Салфетки, жгуты. Разные инструменты медицинские, которые вы там накопили. И на время учимся делать себе следующие темы. То есть, сами, например, одной рукой
вы должны оказать себе помощь перевязки ноги. То есть вы берете салфетки, жгут, таблетки, либо укол и, соответственно, делаете давящую повязку. Все это делаете на время. Сначала двумя руками, потом одной рукой. Нога – это самый легкий вариант, да, особенно вот ступня, потому что на ступне мы частенько получаем порезы на речках, то есть самый, наверное, распространенный, на мой взгляд, вид травмы, когда вы купаетесь. Соответственно, на вот этой плоской стопе учитесь, то есть задействуете лейкопластырь, приклеиваете, вот, то есть что-то, что у вас есть. Там йодом обрабатываете, еще что-то. Вот Дмитрий Александрович у меня тренируется, лечит каждый день папу. И у него уже даже начинает что-то получаться. Единственный минус, он очень бардачный у нас разведчик. И очень много от него мусора по квартире разлетается. И психует периодически. Ну что ж, теперь тем, у кого есть вариант выхода в огород. Да, потому что, например, у нас есть печка, и мы можем завтрак приготовить на костре. То есть мы выходим, у меня Дима очень любит в этом процессе участвовать, настрогали дровишек и сами попробовали развести костер под присмотром бабушки или папы там, да, потому что мама обычно у нас периодически занята и на этот маразм смотреть не может вообще. Если такого варианта нет, идем поджигать балкон. Шучу. На балконе вы сможете провести маленечко другие тренировки. То есть вы сможете позапускать самолетики, сделать самостоятельно парашют. Вы можете выйти подышать свежим воздухом, да, пострелять из рогатки, из того же гидробола, по проезжающим машинам, по сотрудникам полиции, вылить воду на бабушек. Шучу, конечно, потому что нужно отдавать себе отчет, как бы, за ваши действия, какие будут противодействия. То есть, не на тренировки без нанесения вреда, ну, вот, окружающим. Например, мама у нас абстрагировалась и целыми днями собирает пазлы. Вот. Я в этом бреде участвовать не могу, потому что это дурдом полный. Лепим, рисуем, вот мы рисуем котельную, как взорвалась тут все. Шарики надуваем, играем с мыльными пузырями. Периодически делайте перерыв и меняйте род занятий. Уходим к компьютеру в спальню. Здесь у меня наш гидробол лежит, ждет. Рюкзаки. Например, ближе к обеду можно потренироваться с рюкзаком по физухе. То есть поотжиматься, поподтягиваться, покачать пресс. Также, вот я готовлю обзор, нам пришли новые НССРы армии России, которые я укомплектую и буду выдавать на тренировки в укладку рюкзака. Также не забывайте делать уроки, да, вот, но уроки уроками, все это хорошо. И компьютер вам в помощь, да, я думаю, у всех есть телефон или компьютер. Можно не больше там часика посмотреть разные видео. Я причем себе ставлю порой задачу, я не смотрю какой-то один мутный фильм, а каждые там 10-15 минут я включаю разные интересные ролики, так больше полезной информации я получаю. Соответственно, после обеда вы можете восполнить силы, тренировка была интенсивная, да, поспать или опять же, пострелять, сменив, например, оружие. Собственно, не забывайте наши задания по смене ствола, да, то есть это с длинного на короткий, стрельба с разворотом, уход на колено лежа, кувырок, отстрел, кувырок, да, Андрюха особенно у нас вот, вообще сейчас хорошо отработает. Собственно, после чего, соответственно, вы можете почитать интересные книжки, послушать музыку. Не забывайте отдыхать. О каких-то походах, то есть вряд ли что-то будет дома. Вот, например, у меня есть, чтобы не скучать, TRX. Вот он.
для тренировки я тренируюсь, но могу отжиматься. У кого нету гантелей, есть бутылочки, да? То есть можно поподнимать, поприседать с бутылками. Вот хочу показать, у меня 23 килограмма, гантель живет под диваном. Я ей периодически занимаюсь, то есть включаю Рамштайн и смотрю упражнения в интернете и делаю простецкие занятия. Сейчас мне придет еще бронежилет новый, я сделаю обзор. И, пожалуйста, хочешь, одень каску, одень бронежилет, рюкзак, форму, потренируйся снимать, одевать это все на время с применением физических упражнений. Потому что это все вот вас и ждет. Дальше. Переходим к водным процедурам. Возвращаемся опять к ванне. Ванной вы можете тренироваться с водой. Вы можете выключить свет, плавать в воде, раскидать какие-то предметы, одеть маску и в темноте с фонариком, либо со слабым освещением где-то вот отсюда, вот, искать предметы. Вы можете задерживать дыхание в воде. Вы можете снимать и одевать одежду мокрую в воде, пробовать. То есть как будто у вас самолет, например, упал в воду, одежда она намыкает, вас тянет, раздеваетесь, снимаете, вот, тренируетесь. Вот. Ну, тренировка в воде массы. Дмитрий Александрович постоянно нам подбрасывает разные тут это сюрпризы. То есть собирает какие-то предметы под водой с задержкой дыхания, там кубики, раскрутить что-то, лего собрать. То есть в таком формате, где ты на время быстро стараешься сделать в иной среде, в воде, где тяжело что-то делать. Собственно, после принятия душа вы, соответственно, отправляетесь дальше по своим делам. Потому что тренировки это, конечно, хорошо. Вы можете там позвонить родителям, позвонить друзьям, потому что все равно хочется общения. И поэтому я не останавливаюсь и каждый день выкладываю вам новые интересные видео, чтобы у вас были разные темы и темы для тренировок. Так что не скучайте, тренируйтесь вместе с нами. Пока!